Книга «Открытым оком», автор Игнатий Тихонович Лапкин, тема «Церковь», вопрос 88. В Ветхом Завете отдавалась десятина, и если сейчас мы не отдаем, не грешим ли мы этим? Ответ. Отвечает автор книги «Открытым оком», православный проповедник, миссионер, исповедник Игнатий Тихонович Лапкин. Подробно об этом в нашей книге «К истинному православию» в главе о церковной дисциплине. Кто не отдает десятину, тот вор и святотатец, похищает принадлежащее Богу, и не будет благословения иметь ни в чем. Книга пророка Малахия, 3 глава, с 8 по 12 стихи. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы... Весь народ обкрадывайте меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенною, говорит Господь Саваоф. Книга Тавита, 1 глава, 7-8 стих. И отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника. Десятину всех произведений давал сынам Левиным, служащим в Иерусалиме. Другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме. А третью давал кому следовало, как заповедовала мне Девора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою. Десятина принадлежит Богу изначально. К заработанным 90 рублям Бог как бы прикладывает свою десятку, хотя все до копейки, и мы сами принадлежим Ему. И Он просит нас, чтобы мы своей рукой отнесли это Его служителям в церковь. Мы исполняем роль почтальона, когда отдаем десятину, и когда... не отдаем, то повинны суду, как тати.